Так, ну вот мы закончили с розочками, все пересадили, все подписали, все это поставили в лоток. Теперь они у нас будут прорастать. Теперь показываю, что у меня тут стоит. Тут я проращиваю два кипарисовика. Дальше у меня рассада стоит. Перец, баклажаны, декоративные цветы. Здесь у меня стоит жасмин аурея. Это у меня лилия. Это дельфиниум. Здесь стоят на проращивание финики и туя золотая. Так, здесь у меня перчик, лилии, семена декоративных цветов. Это у меня хоста. Здесь опять лилия. Здесь стоит на проращивание драцена и акалифа. Здесь тоже у меня декоративка. Здесь тоже все декоративные цветочки и декоративные листва. Здесь у меня уже стоят пророщенные финики. Да, они очень долго растут, я знаю, но мне вот просто интересно сам процесс, так сказать. Теперь показываю, что я посадила. Душистый горошек империя, душистый горошек ветерок, душистый горошек флейтист, роял фэмили синий, виконт, империя. Дальше декоративка пошла. Это у нас серебряная пыль Цинерария. Дальше душистый табак смесь Сенсейшн и Нюанс. Дальше пошли гвоздики. Разные расцветки. Потом пошла наперстянка, смесь сортов. Потом пошла вечерница, примула, темно-бордовый василек, вербена, агератум, петуния, конфетти и смесь сортов Калеуса. Лилия Близзард, Ригале, Ригейл Альбум, Пинк Перфекшн. Это все лилии, которые ароматные. Дальше дельфиниум Арликин и хоста Фирн Лайн. Дальше розы. Ани Дюпрей, Вестерланд, Кламин Блюмун, Казино, Голден Парфюм, Клайминг Айсберг и Аспирин. Удачных всем посадок!